Что получится, если к конструктору Лего добавить немного микросхем и смекалки? Воспитанники Центра детского технического творчества «Новация» уверенно отвечают – роботы. Конструированием самоходных машин здесь занимаются не первый год, а как результат – призовые места на 10-м Всероссийском фестивале «Робофест-2018». Ключевой особенностью этих соревнований является то, что они включают в себя не только соревнования роботов, но и проектов по робототехнике. То есть, да, ребята готовили не только робота, который продемонстрирует свои навыки по взаимодействию с объектами на поле, но и разработали проект на базе гидропоники и защищали его на соревнованиях. Дима занимается робототехникой уже 3 года. На днях вместе с командой «Добро» вернулся из Перми. Там они представляли проект домашнего мини-огорода. Его особенность в том, что растения могут получать полезные вещества из питательного раствора без использования почвы. Мы используем воду, поскольку это самый доступный материал. Из-под крана, например, налить воды не составляет больших проблем. В воде можно выращивать растения при комнатной температуре. Вода насыщается определенным удобрением, и благодаря ему растение может пускает корни и растет. Решением проблем экологии озадачились Арсений и Даниил. Вместе они смастерили прототип робота, который призван очищать морское дно от мусора. Манипулятор захватывает опасный предмет, после чего отвозит на станцию для переработки. Юные водолазы победили в номинации «Самая яркая защита проекта». Мы решили то, что в реках везде есть очистка воды, а в морях нету. И там очень много мусора. И мы решили сделать очистку морей. Одно из популярных направлений робототехники – конструирование моделей, которые автономно передвигаются по полю, следуя черным линиям. Параллельно с помощью сканера робот считывает информацию о разноцветных объектах, записывая ее в память устройства. Ребята из команды «Атом» не только продемонстрировали свою модель, но и познакомились с разработками коллег из других регионов. Сделали вывод, что есть к чему стремиться. Больше всего мне, по-моему, понравился робот. Я, правда, по-моему, из Москвы. Он был абсолютно идеален. Вообще. А что не хватает вашему роботу? Нашему роботу больше не хватает, наверное, прочности. Просто нам пришлось еще в Москве переделать конструкцию робота. Всего на RoboFest 2018 приехали более 7500 ребят из регионов России и ближнего зарубежья. Ивановцы доказали, что мастерят роботов ничуть не хуже остальных. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.